Это просто апокалипсис. Это жесть, товарищи. О людях никто не думает. На часах 7:33 утра, и пробка уже стоит со всех сторон. Уже закройте Иманту одним сплошным кирпичом. Чего по кусочку-то? Так началось сегодняшнее утро у жителей Иманты и близлежащих районов. Все потому, что на улице Слокас вступили в силу новые ограничения. В данный момент в связи со строительными работами перекрыто движение транспорта на участке улицы Слокас от Юрмалас Гатве до улицы Балденес в сторону центра. Также закрыто движение на улицах Кулдегас и Балденес на пересечении с улицей Слокас. А значит, водителям сегодня с утра пришлось искать новые пути, как в объезд добраться до центра. Так, например, даже около 11 утра на улице Буллю все еще была длинная пробка. Долго стоите? Полчаса. Полчаса стоит? Потому что Слокас перекрыт? Ну, скорее всего. А вы откуда сами едете? С Иманты. И то есть, получается, объезжаете? Ну, да, у меня через каменный мост нужно переехать. И как настроение стоять в пробке полчаса? Отвратительное. Опаздываю, потому что отвратительное настроение. Ну, кадс минут с 20, может быть. 20 минут? Да. Я слог сел, я тоже так. Куда ты опоздали? Да, у нас встреча. И тот человек тоже где-то застрял. И он уже рвет и мечет. Не круто. Он блявый. Ну, форши. Да там все перекрыто. Нигде ничего не проехать. Вообще. Я работаю на улице Кулдегас. У меня нет другой дороги. Буду сидеть и ждать. Но знали, что улица Слока закрыта? Я знала, да, уже вчера, но не думала, что так. Что-то надо делать, чтобы не было так страшно. Что же происходит сейчас на улице Слокас? Там идет реконструкция трамвайных путей и строительство высоких платформ для удобной посадки пассажиров. Некоторые спрашивают, ну почему так долго? Легче перекрыть всю улицу и закрыть вообще любое движение. Все разнести, перестроить, и тогда будет быстрее. Но так как на Слокас очень интенсивное движение трамваев, и все время на прошлом этапе, в прошлом году, движение для машин не было закрыто, поэтому эти работы более растянуты. Ну и строительный сезон в Латвии все-таки несколько месяцев. Работы на этом участке улицы Слокас закончатся до 12 июля, и в Рига Сатексма говорят, что они идут по графику. Затем то же самое ждет участок улицы в обратную сторону, из центра в Иманту. Самые интенсивные работы на улице Слокас обещают закончить в течение августа. Эмилия Гаспарян, Игорь Стац, РУС, ЛСМ.